Хвост покусал, то ли и что, не заживает нисколько. Ну и разные лекарства, мази тут ветеринарные дали. Никак. Я тогда говорю, извечный враг кошек, собаки. Но у них язык лечебный. Если, говорит, язва какая у тела, то ест, намажь сметаной и дай кошке слезать, у тебя все затянет. И, говорит, заросло, как на собаке, поговорка. И вот мы сейчас будем лечить. Белое-белое. Держите. Белое-белое-белое. Конечно, еще. Сколько раз уже? Смотри, два раза. Вот видишь, какой хвост у нее здесь обрезлый. И вот такой вот. Ну и там у нее неладно, что-то внизу было. Давай, Маш. Сейчас я посмотрю. Затягивается. Ей больно, белое, конечно. Белое, белое. Ну, белое, смотри, как белое, это. Белое, белое, белое. Там гной вроде бы, да? Да, вот немножко. Так. Белое, белое, белое. Давай, белое, давай, белое, давай. Белое, давай. Белое. Теперь она ваша сметана. Вон упала внизу сметана. Подводи. Подбери. Все, намазать. Так, давай. Шарик уже знает. Вот. А шарик в это время зализывает. Залезает, говорит, интимное место. Но она не выдержала боли-то и пописала. Он чувствует, что сметана с уксусом-то. И отвернулся, кажется, фыркнул. Гляди, он как залезает. Снова намазываем. Подожди, подожди. Врач настоящий. Всемирно известный врач Шарик. О как. Все, переворачиваем. Отводи его. Переворачиваем. Белое-белое-белое. Ну-ка, давай. Белое. На другой стороне. Смотри, где. Марья водит его. Сейчас я волосы уберу. Давай. Белое-белое-белое. Лежи давай. У ней тут все. Болит. Сейчас ты, Шарик, подожди маленько. Где? Хорошо, промаж. Там внизу везде. Смотри сюда. Шарик, давай сюда. Запускай его. Ну. Белое, вот она где, вот, вот, шарик. Маленько сюда. Вот она, вот я, во-во-во. Вот шарик, иди. Вот он где. Видал как? Да, белое, белое. Да с какой любовью-то он делает, гляди, он. Все. Подожди, Шарик, подожди. Врач настоящий. Подожди, 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 Шарик, подожди, Шарик. Это подожди. Призвание у него просто. Отодвинь маленько. Он не смотрит, что враг извечный, кто такая медаль на тенгелках присваивает. Гляди, что делает. Во. Сметанный доктор. Ну что, все? Еще давайте раз. Давай еще раз. Давай. Шарик, иди сюда. Шарик, иди. Давай внизу помажь там. И он вчера шибко недовольный был, но все равно залезал. Вот он ей. Полностью всю вылез. И главное, один раз только залезал, и тут кровь у нее текла из ран. Все за один день заросло. Пусть лежит. Ой, ой. Все, нормально. Все. Все. Ну, что, беленькая, такая красавица была. Я думаю, что не выживет, она может выжить. Все, с Богом. Ангела-хранителя. Ну все, слава Богу. Аминь.